Спасибо большое. Мы хотели сказать, что, конечно, вот флаги с товарищем Сталином, они не способствуют, на наш взгляд, единению левого движения, да, а мы вот за единение. Нам кажется, что такие флаги с такими фигурами, и неважно, это Сталин, это Троцкий, там, Махно, кто угодно, они, ну, как бы разделяют, они нас направляют в прошлое, да, как бы нам надо смотреть в будущее. Все, группа Аркадий Кот, спасибо. Спасибо.